дня рождения легендарного командующего воздушно-десантными войсками, участника Финской и Великой Отечественной войн, героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Василий Маргелов для ВДВ, как Петр I для России, проводивший коренные реформы, необходимые для обеспечения безопасности государства. Еще при жизни его называли легендой. Именно ему принадлежит заслуга в создании и оснащении современной крылатой пехоты, равной которой нет в мире. Сегодня исполнилось бы 110 лет со дня рождения легендарного командующего. Советом нашей организации принято решение увековечить память легендарного командующего на Тюменской земле установкой бюста генералу армии Маргелову. Расплескалась синева, расплескалась, по деревняшкам разлилась, по летам. Даже сердце синева затерялось, разливаясь своим заманчивым цветом. Даже сердце синева затерялось, разливаясь своим заманчивым цветом. За Юралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Вот как раз Виталий Иванович служил с Маргеловым в корпусе. Поздравляю, желаю и надеюсь, что не посрамил. Помню в детстве на коврах самолетах неизвестные открыли маршруты, а теперь нашлась на небе работа синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась на небе работа синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по вагонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам. Спасибо! Спасибо. Гимн России и гимн ВДВ. Все, остальное можно по тетрадочке. Спасибо, здорово, молодцы. Поблагодарю я руководство, как говорится, десантного братства, поблагодарю всех здесь присутствующих, которые находятся, потому что 18-й год, он действительно был юбилейный. Накануне праздника, который у нас был 5 ноября 2018 года, исполнилось 100 лет военной разведки, вручу председателю воздушно-десантных войск Григорию Григорьевичу медаль 100 лет военной разведки от нас, от Союза морских пехотинцев, подарок на день рождения Маргелова. С праздником ВДВ! Полундра! У них очень хорошие лозунги, мне нравится. Саш, как там? Где мы, там победа? Ну, ВДВ, никто кроме нас, но инженеры не всегда говорим. Мы всегда, как инженеры? Без нас. Без нас никуда. Никто.
Но мне понравилось больше всех, как ракетчики говорят, после нас никого. Нас объединяет одно. Это десантное братство. Вот просто, ну, вот удивитесь, возгордитесь. Вот слаще, лучше, красивее просто войск на свете нет. Так что, девчонки, замуж только за десантников. Спасибо, с праздником вас!